Сокол Сапсан – самая быстрая птица на Земле. В пикирующем полете способен разгоняться до 300 км в час. Увидеть хищника можно в донских степях, хотя и не часто. Птица краснокнижная. А еще в Азовском музее-заповеднике. Причем музей удобнее тем, что прокричит за птицу или животное и даст его потрогать. Экспонаты живут за стеклом, но шкурку зайца-прусака можно погладить. Мех лисицы или норки – пощупать. Обратите внимание, мы с вами погружаемся как будто вот на настоящий момент в лес, да, то есть такая некая интрига. Экскурсовод подсвечивает витрину и рассказывает о животных, а уточняет ее трель соловья или стук дятла. Сова, когда ухает, уже набитым опилками чучелом не кажется. Старожилам экспозиции уже около полувека, а новые экспонаты ученые музея делают сами. В Азовском музее работает собственная и единственная, кстати, на территории Ростовской области таксидермическая лаборатория. Музей-обладатель такой лаборатории, где сотрудники изготавливают чучела птиц, животных, рыб. Обновленная экспозиция адаптирована и для людей с ограниченными возможностями. Например, слабовидящий человек может распознать животное на ощупь, либо прочитать шрифт Брайля, а также погладить волка по шерсти и услышать голос хищника. В музее появился лифт и ортопедические стулья для детей-инвалидов. Так что теперь каждый может подняться на второй этаж и посмотреть все выставочные залы музея. Красиво все сделано. Понравилось. Ребенок в восторге. Галина Горлова, Юрий Бабенко. На Дону.